Бернар Леви, да, успел сказать, что последовать, на его взгляд, последовательность должна быть такой. Сначала завершить войну и потом начать реформы. Вот тогда президент станет великим реформатором. А ведь разве последовательность должна быть именно такой? Что нам мешает бороться с коррупцией сегодня? Ведь если мы говорим о результатах Майдана, то есть мы сегодня подводим определенный итог. И мы знаем, что система жива, систему никто не разрушил, никто не наказал виновных. Вот ведь в этом ужас. И утешает только то, что приходят новые политики, приходят новые политические силы. И несмотря на то, что система не разрушена, она обречена.